продолжать жить в такой же мирной обстановке. И сегодня мы с вами вместе отдадим дань тому самому неизвестному солдату. Вот посмотрите, вот он один, одна фигура человека, одна фигура воина, но она олицетворяет всех, всех неизвестных солдат, которые до сих пор лежат без вести, пропавшие, не нашедших, не нашедшие. И вот сегодня мы с вами давайте вместе возложим цветы нашему памятнику неизвестному солдату. Именно с добротой души в ваших сердцах, что мы помним, что мы знаем, что мы будем помнить подвиг нашего народа. Давайте возложим цветы. Так, со всех сторон. Спасибо, что сегодня вы присоединились к этой важной акции. Солдат умирает дважды. Первый раз там, на поле боя, когда его настигнет пуля. Второй раз в памяти народа. Второй раз умирать страшнее. Второй раз солдат должен жить. А мы, живущие ныне на земле, должны сделать все, чтобы помнили. Ну что, вот такое памятное мероприятие. Пусть оно будет небольшое сегодня, но я думаю, что в каждом вашем сердечке оно оставит добрый след и добрую память о наших замечательных воинах, о наших солдатах, которые действительно погибли, отдавая свои жизни за вот такое мирное небо. Спасибо всем за участие. Ну, всем здоровья, добра и, конечно же.